проверяем геометрическую проходимость у XV. В принципе, ничего. Давай чуть-чуть заберись. Так, пошло самое интересное. Давай. Не-не-не, все, сработала система. Чуть-чуть больше времени понадобилось, видишь, назад подключила. Колесом зацепилось. Так. Подожди. Не, главное, бампер уже хватает. Да, бампер хватает. Давай. Пошла. Ну, король, вправо. Вправо. Правая задняя, видите, буксует. И вот чего тут не хватает, ребятушки. Здесь не хватает задней межколесной блокировки. Классика. Классика, чего не хватает кроссоверу. Классический пример. То же самое, но задом. Назад-то она заедет, что-то мне говорит. Сейчас. Давай. Здесь снежок. Ну да, здесь мы не можем заехать, потому что попросту у нас морда-то тяжелая. Электроника пытается, но... Стой! Стой! Я тебе скажу как. Здесь просто еще вариатор момента не хватает, чтобы ее затащить. Вот сейчас стой! Чуть-чуть назад. Теперь руль направо. И помаленьку вниз, помаленьку. Нет. Була, я имею в виду, съезжай сюда вниз. Руль направо, чтобы не цепануть бампером. Помаленьку. Помаленьку. Ай, красавчик, вообще не цепанули. Ну чё, кроссовер-то кроссовер.